Ну вот мы приехали к месту, где вот этот торговый центр «Континент». Мы тут обнаружили, что тут они что-то грандиозное еще намечают, строительство какой-то дороги. Все тут раскопали. Мы сейчас поближе подойдем, посмотрим. Буквально вот вчера еще не было там никакой плитки. Здесь, наверное, не видно, но там видно, что внутри они там все моют, убирают, стекла, шарики там белые висят. Такое в нашей деревне событие. Мы сейчас еще покажем, мы поедем на мойку. Здесь шум такой, трактора работают, техника всякая. Дорожки выкладывают. Сидят, молоточками стучат. Погода портится. Вот там солнце, ясная погода, а справа уже туча. Надо ехать домой. Нет, у них там внизу погрузка. И вот здесь прям грандиозная какая-то дорога, широкая, да, такая большая будет какая-то дорога. Вон дом, кстати, видишь, солнечные батареи там стоят. У них получается электричество намного дешевле. Ну вот, мы, как и обещали, приехали в «Континент», который сегодня открывается. Вот эта подземная парковка. Сходили, посмотрели там на праздник, там очень громко играет музыка, но попозже еще зайдем. Вот пошли посмотреть окрестности, вот наткнулись на дерево это. Я вообще первый раз вижу, чтобы оно так обильно цвело. Ну, в общем, решили показать окрестности немножко, квартиры. И вот такие вот домики, обложенные плиткой азулежу. Бричка, бричка цыганская, видно? В общем, вот так это выглядит сегодня. Открытие 13 ноября. Будем
следить за тем, что они сделают. Вот покажи вот эти камушки. Это вот они вчера выкладывали. Вот, ну еще все, конечно, такое грязное, пыльное. Вот. Ну все, пойдем купим венца.